На речном вокзале в Твери запретили строить торговый центр. Это связано с тем, что возведение здания на этом месте противоречит генплану Твери, сообщили в областной прокуратуре 14 октября. Проверка показала, что разрешение на строительство было выдано с нарушениями, и для отмены данного решения пришлось отменить градостроительный план земельного участка, который является одним из основных документов, в отсутствие которого выдача разрешения на строительство невозможна. Стало известно, что прокуратура Центрального района Твери уже выносила представление в адрес администрации, но только через суд удалось добиться решения. Прокуратурой района было установлено, что выданный градостроительный план земельного участка не содержит информацию, отраженную в генеральном плане города Твери применительно к данному земельному участку. Вот, соответственно, было установлено, что данный земельный участок в соответствии с генеральным планом города Твери относится к рекреационной зоне, которая не предусматривает возможность строительства жилых зданий, торговых объектов на данном земельном участке.